Всем привет! Вы находитесь на канале Ремонтфострой. Обзор модульных ПВХ покрытий для пола. Модульные напольные покрытия являются уникальным облицовочным материалом, который выпускается в виде модульной плитки. Придумано оно более около 40 лет назад. Однако за это время технические параметры представленного материала значительно улучшились. Достоинство модульной плитки. Такая плитка ПВХ обладает преимуществами. Изделие является достаточно прочным к большим нагрузкам, а также ударам, то есть по нему свободно можно передвигать мебель, не боясь, что на нем появятся повреждения или царапины. Материал устойчив к негативному влиянию растворителей бензина, химических веществ, обладает антискользящим эффектом. Изделие не накапливает статическое электричество, материал не горит, отлично служит в помещении с повышенным уровнем влажности. Такая ПВХ-плитка очень проста в монтаже и уборке, то есть их можно мыть влажной тряпкой с использованием моющих средств, а 100 квадратных метров помещения можно облицевать всего за день. Изделие универсально, так как уже готовое покрытие можно быстро разобрать и перенести в другое помещение. Модульная плитка способна хорошо поглощать шум и вибрации при ходьбе. Используется как в промышленных помещениях, так и в жилых комнатах. Технические характеристики и сферы применения. ПВХ-плитку модульного типа можно укладывать в таких местах: в цехах на производстве, в помещениях, где готовится пища, тренировочных и спортивных залах, в жилых помещениях, ванных, туалетных комнатах, прихожих, коридорах. Модульная плитка с успехом применяется в гаражах, спортивных залах, производственных помещениях, офисах и в доме. Что касается технических характеристик, то они таковы. Тип замочного соединения Т-образный, ласточкин хвост, гвоздики, скрытый. Толщина плитки от 0,5 до 1,6 см. Размеры модулей от 25 на 25 сантиметров до 50 на 50 сантиметров. Масса материала 3,3 до 12 килограмм. Плотность изделия 1,3-1,4 грамм на сантиметр кубический. Твердость ПВХ плитки 45-94 шора. Диапазон температур, при которых возможна эксплуатация, от минус 30 до плюс 50 градусов. Скрытый тип замка модульной плитки. Классификация модульных покрытий. Существуют разные виды модульной ПВХ-плитки – жесткая, полужесткая, мягкая. Кроме того, разделить материал можно и по сферам использования. Легко нагруженные, спортивные, высоконагруженные, грязезащитные, влагостойкие. По материалу изготовления модульное покрытие может быть таким. Садовый декинг. Он производится из термодерева или древесных материалов различных пород. Резиновая плитка со специальными замками, которые укладываются преимущественно в технических помещениях. Материал из резиновой крошки, который фиксируется на основании клеевым способом. Плитка из ПВХ, которая чаще всего используется в жилых комнатах и помещениях общественного значения. Это одно из самых прочных и надежных покрытий, которое используется в гаражах, больницах, мастерских, жилых помещениях с большой нагрузкой на пол. Нужно учесть, что выбирая представленное напольное покрытие, необходимо учитывать не только технические характеристики, тип и стоимость материала, но и общий стиль оформления, расцветку изделия. Монтаж. Как подготовить основание? В этом случае нет необходимости в устранении старого покрытия или слоев краски, лака. Не требуется увлажнение или высушивание чернового пола. Вся подготовка состоит в следующем. Для начала нужно устранить гвозди, различные крепежи, стесать крупные выступы. Потом желательно хорошо обследовать поверхность основания на наличие ям и трещин, которые тоже надо заделать. Ямы, неровности и трещины и сколы основания необходимо устранить с помощью цементного раствора. Теперь нужно хорошо очистить черновой пол от песка, мусора, грязи. Для этого лучше использовать строительный пылесос. Хотя можно обойтись и домашним, который должен быть достаточно мощным.
Для того, чтобы не допустить попадания влаги под модульную ПВХ-плитку, желательно обработать основание специальным антисептическим средством. Особенности укладки. Произвести укладку модульной плитки ПВХ можно собственноручно. Никаких специальных приспособлений для этого не требуется, кроме деревянной или резиновой киянки. Поверхность должна быть ровной и чистой. Начинать монтаж следует с угла комнаты. Не стоит забывать о компенсационном зазоре между плитками и стенами, который обычно составляет 0,6 до 1,2 см. Он необходим, чтобы напольное покрытие не покоробилось под воздействием перепада температур. Он не испортит внешнего вида помещения, так как впоследствии будет закрыт плинтусом. С той стороны, которая будет примыкать к стене, у плиток ПВХ не должно быть замков, поэтому их надо убрать лобзиком. Далее элементы соединяются при помощи замков, расположенных по краям каждого модуля. Для их фиксации не нужно держать элементы под углом. Для лучшего соединения сверху по замку нужно легко постучать киянкой. Если последние элементы не вмещаются в пространство между покрытием и стеной, их можно будет подрезать. Модули можно монтировать со смещением и без него. Оригинальным считается вариант, когда используются два цвета модулей ПВХ. В этом случае пол получится в виде шахматной доски. Для создания замысловатого узора можно применять плитки нескольких оттенков. Разновидности рельефов модульной плитки. Модульное ПВХ-покрытие может иметь разные рельефы. Зерно. Чаще всего такая плитка применяется для монтажа в технических помещениях, гаражах, ремонтных мастерских. Главным достоинством изделия считается небольшая глубина рисунка, поэтому и очистка покрытия будет несложная и быстрая. Кроме того, материал не является скользким. Монетка – этот тип материала изготавливается в разных цветах, поэтому его можно смело применять для облицовки жилых комнат или детских игровых площадок. Отличается высокой степенью экологической чистоты и является нескользким. Апельсин лучше всего подойдет для спортивных залов или цехов пищевой промышленности. Шагрень. Такое покрытие можно найти в спортивных залах, больницах, магазинах, производственных цехах. Оно просто в уборке, имеет хороший внешний вид и экологически безопасно. Особенности ухода. Представленное ПВХ-покрытие не требует использования особых средств для уборки. Можно просто сметать пыль и мусор с его поверхности или обрабатывать пылесосом. Влажная уборка предусматривает применение обычных моющих средств. Если необходимо с поверхности покрытия устранить жирные или сложные пятна, можно использовать обезжиривающие растворы. Для того, чтобы поверхность дольше сохранилась и имела хороший внешний вид, в условиях технической эксплуатации ее можно обрабатывать акриловой полиролью. Как правильно выбрать? Для того, чтобы напольное покрытие хорошо выполняло требуемые функции, нужно не только правильно монтировать его, иногда сделать правильный выбор материала куда важнее. Для того, чтобы не ошибиться с покупкой, необходимо учитывать некоторые параметры изделия во время выбора. Место, где будет использоваться ПВХ-плитка, толщина и размеры элементов, площадь помещения. От этого зависит, сколько материала понадобится для монтажа. Стоимость. Этот параметр является, наверное, самым важным для покупателей. Однако, не стоит бросаться на самые дешевые варианты, так как они могут быть либо некачественными, либо не самыми лучшими в экологическом плане. Особенности эксплуатации. Важным вопросом является то, какие функции будет выполнять покрытие. Например, если в доме есть ребенок, то лучше использовать напольные модули из эвополимеров. Такой мягкий пол отлично массажирует ступни малыша. Производитель. Желательно отдавать предпочтение тем фирмам-изготовителям, которые имеют хорошую репутацию и отзывы. Цвета и фактура изделия. Тут все зависит от предпочтений покупателя и интерьерного решения. Если выбор сделан правильно, следует приступать к монтажу напольного покрытия.
Делается это нетрудно, так как все работы можно сделать самостоятельно. А на этом на сегодня все. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео в соцсетях.